Всем привет! Сегодня я получила очередную посылку из Китая. Пришли нам, как оказалось, брючки, потому что продавец указал трек, но он оказался неверный. Вот. Поэтому я их не могла отследить и как бы не знала, где они находятся. Шли они до нас целый месяц, заказывала зеленые на лето. Сейчас посмотрим. Размерка должна была быть XL, чтобы они были посвободней. Так, вот такие брючки. В пакете больше ничего нет. Такой довольно приятный, бирюзовый такой темный цвет. Вот. Как я сказала, размер XL я потом замерю. Публикую в описании. Посмотрим. Так, сразу есть шнурки с маленькими. Запах, конечно, такой немножко едкий. Ну, в принципе, довольно-таки выветрится, думаю. Так, резинка с шнурком. Ну, такая добротная, в принципе. Ну, нитки есть, ничего страшного, это можно все обрезать. Главное, чтобы не было дырочек. Так, смотрим, здесь написано размер XL, как я и заказывала. 95% полиэстер, 5% спандекс, ну, чтобы тянулись. Вот. На лето, думаю, самое то. Так, низ у них небольшая резинка есть. Вот. Ну, такая. Написано, что не по щиколотку, но померим, потом посмотрим. Здесь что-то резинка как-то даже поплотнее, что ли, на одной ноге. Ну, потом посмотрим. Вот такие вот штанишки. Дырочек вроде нигде ничего нет. Вот. Все остальное в описании. Размеры. Подходит, не подходит. Так, всем, кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы. Всем отвечу. Всем спасибо, до свидания.